Готовим узбекскую лепешку. Лист я нагрел, смазал маслом. Можно формировать на бумаге, но у меня бумага закончилась. Формируем лепешку. Лепешку сформировали. Смазываем яйцом. По центру вилкой делают дырочки. И посыпаю кунжутом. Духовку разогрел по максимуму. Включил вверх-вниз и конвектор. И ставим на 8-9 минут. Вот такая лепешка у нас получилась. Кому интересно, полное видео смотрите на моем YouTube-канале. Ссылка будет в описании. Горячая очень. Можно посмотреть, как она внутри. Смотрите. Вот такая. Ай.